соседки оставляют свою квартиру под присмотром. Так же, как многие коллеги оставляют свои кабинеты. Итак, представьте, кабинет Игоря Лодырева. Ого, вот это кабинетище! Нифига себе, спальня! Живут же люди! О, холодильник! Даже качалка есть! Он что, здесь реально живет? Так, ладно. Нифига тут кнопок сколько! Алло, алло! Я вас не слышу. Говорите громче! Глава города Дмитрий Валерьевич слушает. Здравствуйте. Как ваши дела? Как дороги? О, здоровье! Здоровье, как дороги. Понятно, значит плохо. А вы не знаете, почему у меня палец с кнопки прилип и отлипнуть не может? Он отлипнет тогда, когда я захочу. А вы уже захотели? Да. Ну что ж, пройдемся по списку. Пункт первый. Да убрал я, убрал. Что с матом-то писать? Пункт второй. Полить цветы. Сделано. Пункт третий. Протереть окно. Ну, это никому не. Людочка. Я протерла окна. Ну что ж, вроде все. Хотя нет. Людочка. Дорогие друзья, как вы поняли, Людочка — это вымышленный персонаж. И в кабинете Игоря Лодырева такого быть не может. Ну хотя я смотрю, у вас глазки-то заблестели. Понравилась наша идея, да? Все, Людочка, вы свободны. Так, что там дальше? Покормить кота. Так где в таком огромном кабинете найду кота? Ого, у кота свой кабинет. Так, что там дальше? Так, протереть вазочку. Это легко. Какая вазочка? Бармен, мне, пожалуйста, коктейль. Конечно, конечно. Ой! Только не разбей вазу, мне фраг бывшего помощника. Шучу, шучу. Смеюсь, смеюсь. Что же с этой вазой делать, а? Где деньги на нее найти, а? Здравствуйте, вы Игорь Лодырев? Здравствуйте, я Игорь Лодырев, конечно. Я вас слушаю. Я вам у вас Петрова из 6 школы. Скажите, у вас там прописано где-то или что, чтобы каждый месяц давать деньги на шторы? Женщина, вы что, какие шторы, а? Вы не обязаны сдавать деньги? Ну вот на вазу. Какую вазу? Судя по осколкам, дорогую. Что за чушку несете? Девушка, чушь — это то, что за Россию на Евровидении Дина Гарипова едет. Вот это чушь. Я на вас! На вас, пожалуйста, Медведеву! Девушка, вы какая-то несовременная, что ли? Уже только вот Путину надо жаловаться. А вот через 5 лет Медведеву. Девушка, вы понимаете? У меня столько проблем. Я вот вазу дорогую разбил. Помогите мне, и я помогу вам. Что у вас там за ваза? Ну вот, смотрите, подождите, надо всех позвать. Людочка! Так, Людочка, хватит окна протирать, помогите вазу собрать! Вы что, вазу разбили? Вот видите, Игорь Лодырев из отпуска он с вами сделает! Так, Людочка, хватит! Помогите! Подождите, так вы не Игорь Лодырев? Нет. Я его помощник. Вы что, взяли меня и обманули? Нет, я вас не обманул. Администрация вам никогда... вам поможет.
Почему мы показали вам этот стенд? Потому что не место красит человека, а человек сам красит место. И обои клеить стык в стык. И побелить. В общем, если ты захочешь делать что-то сам, сделай это сам. Ваши